Я говорю, запрос чуть-чуть где-то не так отреагировал, все, сливаешь. Типа ГЛХП. Так. Нормально, еще, как говорится, еще не вечер. Нас ждет еще куча, огромная куча Старкрафта. Один лузик это такой себе. Да и в целом вообще лузать это нормально. Так, ну против трех быстрых хат я, в принципе, не вижу смысла прямо рашить, во-первых, на него. Адептиком. На него пойдем сразу. Грелкой. Адептов дома оставим, потому мы можем второго не бустить. Спокойно закрыться.광물이 더 필요합니다.
Так, и две сентри, чтобы было чем дефиться. Вот, и все, отсюда переходим. В принципе, здесь нас реально ничем не могут, ну, так что прям взять, прийти и убить. Стоит помнить, что нам не требуется газов на третьей, в принципе. Если мы не собираемся во что-то супер жесткое гонять. Достаточно 4 газа, вот все, 2 батончика полетели. Мы можем, кстати, добавить архонов к этому лицу. Все, так сказать, макро валим. Вот, добавляем роба. Ну все, и полетели прям харасить. Ну конечно, это Мазгидра. Но, как я и говорил, ну, для нас Мазгидра это идеальная установка. То есть мы, в принципе, изначально уже, грубо говоря, просим, пожалуйста, друг, играй в Мазгидру. Всем этим добром берем и выходим. Нидусом ставит. Адепты с гидрой разговаривают обычно. Оба!